Это программа «День с толком», в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. В ближайшие 15 минут о хороших новостях и не очень. Гибнут животные и растения. Что произошло на Манжерокском озере? Насчитали там всего менее 200 растений, а когда-то большая часть акватории озера была покрыта чилимом. Была дорога и нет дороги. Зачем на Змеиногорском тракте срезают свежий асфальт? В крае наступил период высокой пожароопасности. МЧС уже относит его к четвертому классу горимости, практически максимальному. По информации синоптиков, длительное время на Алтае сохранялась теплая солнечная погода, и это реальная угроза возгоранию. По мнению спасателей, сейчас велик риск возникновения бытовых пожаров, пожаров в садовых домиках. В опасную зону входят Славгород, Новоалтайск, Рубцовск, а также муниципалитеты края. Особо осторожными нужно быть и на природе. Не сжигать мусор и сухую траву и пресекать подобные действия других лиц. Выезжая на отдых, не разводить костры. Не бросать непотушенные сигареты и спички, особенно из окон автомобилей. Сквозная трещина, осевший фундамент и даже взрыв газа. У многоквартирного барнаульского дома непростая судьба. В последнее время его жителям стало еще труднее. Крыша течет после каждого дождя. А управляющая компания, по словам жителей, реагирует недостаточно активно. Кто может помочь жителям несчастливого дома, расскажем в сюжете. Вот, чуть началось, и вот вся стена мокрая. И потолок уже плесенью пошел. Ну, мы уже 2 года живем, вот такая ситуация, 2 года. Как мы взяли в ипотеку эту квартиру. И АЖ, он ничего не предпринимает. Да, сколько обращались, уже ругаемся там. Ой. Не крыша, а решето. Пятиэтажки 60-х годов постройки нужен ремонт и срочно. В краевом Минстрое с этим согласны, но коммунальщики проблему не решают. Они, вот видите, они сделают, привезут вот с листочек. Рубероид. Материал. И чуть-чуть замазали и поехали. И кто делает и ремонтирует крышу? Слесарь, который ничего не умеет, к тому же еще и больной человек. У этого дома и без того непростая судьба. 1969 год. Здание треснуло и, по словам жителей, начало проседать. 2000-й взрыв газа в одной из квартир. Погибли люди, часть дома буквально отстраивали. Тогда же, уверены жители, дом просел еще больше и пострадали уже трубы канализации. Там что-то с трубой и постоянно ее рвет, и оттуда все каловые массы, все к нам подъезд. Наш подъезд самый такой уязвимый. Но воняет так, что доходит даже до 4-го подъезда, все двери открывают, ничего не помогает. Отвечает за дом управляющая компания ООО «Лидер». Дозвониться до нее не удалось пока. Указанный телефон отключен. А на сайте реформы ЖКХ сроком капремонта стоит 2028 год. В списке работ и крыша. Чтобы не мокнуть все эти годы, эксперты советуют взяться за проблему самим жильцам. В данной ситуации у собственников нет иного выхода, кроме как дополнительно финансировать работы по полной перекатке всей кровли. Для этого необходимо обратиться либо в управляющую организацию, либо в частную подрядную организацию, которая составит смету на проведение данных работ, и уже собственники на общем собрании примут решение о включении прочих расходов в квитанцию или же увеличении тарифа на данную сумму, чтобы не отремонтировать кровлю. Что же касается прочих недостатков состояния фундамента и стен, то и здесь все в руках жильцов. И в таком случае юрист рекомендует провести полную экспертизу. Результаты нести в городскую администрацию и добиваться уже аварийного статуса дома. И надеяться на расселение. Но за такую экспертизу жителям, скорее всего, придется платить самим. Илья Кочетков, Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком. Положили на асфальт. Через месяц после ремонта дороги на Змеиногорском тракте асфальт кладут заново. Размер участка небольшой, всего 240 метров. Как нам пояснил подрядчик, причина повторного асфальтирования – брак. Дело в том, что на Змеиногорском тракте летом пересекли сразу 2 ремонта – самой дороги и замена коллектора. И когда водоканал закончил свои работы, то выяснилось, высота колодцев и асфальта не совпали, пояснили нам в подрядной организации. Так как проектные отметки не были выдержаны должным образом, зрительно это воспринималось, допустим, дорога ровная, но когда едешь на автомобиле, перепад в 1-1,5 сантиметра, но он ощущался. Дефект подрядчик обнаружил сам и взялся переделывать. Дополнительные работы организация оплатила сама. По словам руководителя, траты вышли небольшими, так как срезать пришлось всего 3-4 сантиметра асфальта. Закончить повторный ремонт обещают уже сегодня.
С получаса до 8 минут сократилось время подъема на гору Малая Синюха. На алтайском курорте Манжирок открылся новый современный горнолыжный подъемник. Инвестиционный проект профинансировал Сбербанк. Кстати, запуск новой канатки – первый этап комплексного развития курорта. Подробнее о новом скоростном подъемнике расскажет Валентина Аскерова. Свыше 2 километра, больше 80 комфортабельных теплых кабин и уникальная природа вокруг. Если раньше подъемник такого класса был только в Сочи, то теперь появился на одном из популярных курортов Сибири – Манжирок в Республике Алтай. Новая канатка – подарок для всех туристов, особенно для горнолыжников, которым в мороз приходилось больше 30 минут подниматься в гору по старой кресельной канатке. Глава ведущего банка страны Герман Греф пояснил, что создание дороги и сопутствующей инфраструктуры вокруг обошлось почти в 1,5 миллиарда рублей. Этот подъемник пока он в несколько раз превышает потребности в гостях. 2400 человек в час – это в несколько раз больше максимальной пиковой нагрузки здесь. Поэтому он закрывает все нужды. Поднимались мы сюда 8 минут. Конечно, это будет комфортно, это тепло, это безопасно и это очень быстро. Прокатиться в комфорте захотели многие. В день открытия дети до 12 лет катались совершенно бесплатно. Как в сказке. Он с ребятишками летим, как на ковре самолете, да? Что именно понравилось? Мне понравилось, как мы ехали быстро. Как вам прокат? Очень здорово, все прекрасно. А вам? Очень понравилось, вид прекрасный, изумительный. А на старой катались? Нет, на старой мы я катался катались. На старой. Скажите, сравните, пожалуйста. Это комфортабельно и не страшно. Новая канатная дорога – лишь один из этапов комплексного развития курорта. Через несколько лет здесь планируют открыть парк, пляж, бассейн, а на вершине горы – ресторан. Если сегодня Манжирок посещает около 220 тысяч человек в год, то благодаря развитию инфраструктуры эта цифра увеличится до 800 тысяч. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Новый интерактивный комплекс с гаражом строят у мемориального музея Михаила Калашникова в Курье. Его откроют к столетию известного конструктора. Главный экспонат гаража – личный автомобиль Калашникова «ВАЗ». Оружейник подарил свою машину музею еще в 2013 году. Рядом с гаражом разместят атрибуты и любимых увлечений Калашникова. Вдобавок из Ижевска в музей уже передали около 50 личных вещей Михаила Тимофеевича. Бытовая техника там, потом... Ну, уже как бы пользованная в то время Михаилом Тимофеевичем. Столярные, слесарные инструменты. А этот год для нас особенный, очень ответственный, поэтому ожидаем большое количество гостей. У нас не только наши краевые гости, районные гости. Это и со всей России, это из зарубежья, из дальнего, ближнего зарубежья. Все новые экспонаты еще даже не распаковывали. Масштабную экспозицию там откроют к столетию знаменитого конструктора в ноябре. Кстати, к этой же дате и расширят весь мемориальный комплекс. Кроме музея и гаража, в него войдет церковь. Сейчас заканчивают ее реконструкцию. Именно в этом храме ребенком крестили Михаила Калашникова. Одним из популярных туристических мест в Манжироке станет природное озеро. Правда, его нужно приводить в порядок или даже реанимировать. Экологи утверждают, что редкие растения и животные у озера на грани исчезновения. По их словам, произошло это после расчистки знаменитого водоема. Расскажи ты мне, дружок, что такое Манжирок? Может, это острова, может, это городок? О том, что Манжирок – это все-таки озеро, большинство жителей Советского Союза узнало больше 50 лет назад, благодаря Эдите Пьехе. С тех пор памятник природы республиканского значения озера Манжирокское у подножия горы Малая Синюха притягивал туристов. Люди здесь отдыхали, дышали горным воздухом, купались. Сейчас искупаться сложно, озеро зарастает. Оно было достаточно с большим отложением ила, то есть так как в данном озере около 25 разновидностей травяных растений, да, находится, соответственно, там очень много остатков ила. Несколько лет назад по федеральной программе озера от ила и водорослей начали расчищать, но подрядчик свою работу не выполнил, а сделал только хуже, говорит инвестор одноименного курорта Манжирок. Более того, они вытащили из этой части озера вот эту вот всю тину и вот эти вот водоросли, которыми зарастают, и бросили вот в тот конец. В результате закрыли дренаж озера, и озеро сегодня находится фактически здесь экологическая катастрофа.
Правительство, пояснил избранный глава Республики Алтай Олег Харахордин, сейчас подает иски на подрядчика. А известный эколог Алексей Грибков уже обратился в прокуратуру. Его волнуют не проблемы с подрядчиком, а то, что вмешательство в естественную среду озера, в данном случае расчистка, привела к уничтожению растений и насекомых, занесенных в Красную книгу Республики Алтай. Насчитали там всего менее 200 растений, а когда-то большая часть акватории озера была покрыта чилимом. То есть фактически он сейчас на грани исчезновения. Практически уничтожена популяция кувшинки, которая также на этом озере была. Но и само озеро в безобразном состоянии. То есть сейчас это фактически лужа с грязной водой, с черной жижей. При этом Грибков считает, что история с озером Манжирок говорит о нездоровой тенденции по расчистке озер в целом. Так, год назад эти работы за 33 миллиона рублей провели в Михайловском районе. Сейчас озеро превратилось в болото. А в этом году чистят озеро Калядинское в Тюменцевском районе в рамках национального проекта «Экология». К этим проектам нужно подходить очень аккуратно. Где-то это, наверное, оправдано, да, улучшить как-то ситуацию, где она уже нарушена, испорчена. Но еще раз нужно обратить внимание на то, чтобы не сделать больше вреда, чем пользы. Потому что все эти вложения средств, ну, пример с озером Манжировским, могут обернуться ущербом в разы, там, в десятки и сотни раз превышающими все эти вложения. Расчистка озер, как правило, проводится земснарядом, который вместе с иловыми отложениями достается дна и все живое. Поэтому прибегать к таким методам нужно обдуманно, говорит Грибков. А что касается Манжирка, то у Республики Алтай в планах передать его инвестору. Правда, экологи просто советуют оставить уже озеро в покое. Оно само восстановится. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Шуб много не бывает, так думает, наверное, каждая женщина и мечтает в преддверии зимы приобрести еще хотя бы одно. Мы расскажем, где это сделать. Во Дворце культуры моторостроителей работает выставка-ярмарка Кировской меховой фабрики. Если ваша мечта норка, вам точно сюда. Персиковые, малиновые и лимонные глаза разбегаются от обилия расцветок и фасонов. Короткие и длинные шубы с капюшоном и без. Увидев себя в зеркале, просто примеряя такую красоту, вам не захочется с ней расставаться. Кировские производители учли все ваши пожелания. Каждая шубка на всех этапах производства проходит тщательный контроль качества. Но, как говорится, не норка единая. Шубки из мутона, нутрии, каракуля размера 38 до 66. Здесь можно подобрать и красивый меховой головной убор. Цены не кусаются, к тому же все еще действуют летние скидки – от 20 до 50%. Возможно, рассрочка. Кстати, выставка работает еще 3 дня с 10 до 19 часов. Любая модница, посетив выставку меха, будет приятно удивлена и не разочарована. Милые дамы, не экономьте на красоте. Бичанин поплатился своей машиной ради спасения собаки. В сети появились кадры с видеорегистратора неравнодушного водителя. Мужчина заметил собаку, которой нужно было перейти дорогу. Испуганное животное едва не попало под колеса. Водитель вовремя остановился, пропустил дворнягу, но спустя пару секунд в его машину въехал автомобиль, который двигался сзади. Судя по кадрам, удар был сильный, машину пронесло на пару метров вперед. Зато во всей этой истории все равно счастливый конец. Собачка осталась жива. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.